ЛЕДОС нам понадобится. Аккумулятор. Весы. Защита. Она должна была быть. Должна была быть первой, но я забыл. Наушники, которые каждый раз разваливаются. Ну, перчатки. Сам байковер. Значит, нам еще нужна будет перьевое сверло и бита ПЗ-3. Будем вытаскивать саморез, который я не смог закрутить шуруповертом, но не смог открутить в дуб. Одеваем защиту. $1700. Значительно тяжелее шуруповерт. В комплекте идет носик у нее получается полдюйма. 1,2 там, дюйма. Такая насадка, переходник, под шестигранник. Сначала не мог понять, то есть нет у него здесь магнитного держателя. Все насквозная. Опять почему бита падает? Думаю, как они не предусмотрели, почему здесь не стоит бита. Ну почему она крутится? Оказывается, вот подвинув эту штуку, можно надежно установить длинную биту. И вот впервые я понял, для чего нужен этот вырез. Ну так сложилось, что я остановился не столько. То есть, защелкиваем, все, она стоит. Ну, вот так она немножко люфтит. Подсветка горит некоторое время, что удобно. Три силы закручивания. Закручиваю на первой скорости. Так это выглядит. Вторая скорость. Уже быстрее. Ну и самая сильная. Это дуб. Сверление пером. Дуб. Шуруповертом бы мне свернуло руку, наверное, особенно по дугу. Тест на колесе. Откручивание колес болтов. Максимальная скорость. Как видим, без проблем, что удивительно. Я живот кручу. Закручено крепко.